2020 году уральские локомотивы передали РЖД 28 электропоездов «Ласточка». Характеристики электропоезда «Ласточка». Основная составность – 5 вагонов, но количество вагонов в составе может варьироваться от 5 до 12. Посадочных мест – 340-433, в зависимости от модификации. Длина поезда основной составности – 130 метров. Мощность тяговых электродвигателей, в зависимости от модификации, составляет 2550-2932 кВт для поезда основной составности. Это около 3500-4000 лошадиных сил. Семейство пассажирских электропоездов «Ласточка» создано на основе платформы Siemens D-Zero специально для российских железных дорог. Существует 4 модификации электропоезда «Ласточка». ES1 и ES1P двухсистемные, ES2G и ES2GP электропоезда постоянного тока. ES1 поставлялись как с пригородным, так и с межрегиональным вариантом салона. В России с пригородным салоном выпускается только ES2G. Две другие модификации идут с межрегиональным салоном. С 2012 по сентябрь 2021 года было произведено 254 поезда «Ласточка». 54 из них были произведены в Германии, а 200 в России на заводе «Уральские локомотивы». В 2018 году уровень локализации достиг 80-85% в зависимости от модификации. Посмотрим на развитие маршрутной сети электропоездов «Ласточка». На сентябрь 2021 года «Ласточки» курсируют в 32 регионах России, а в 24 из них они задействованы в пригородном пассажирском сообщении. Количество пассажиров, перевезенных «Ласточками» в дальнем следовании, увеличилось с 370 тысяч до более 7 800 000 в 2019 году. В 2020 году пассажиропоток значительно снизился из-за пандемии. Доля от перевозок в дальнем следовании также выросла с 0,3% до более 7%. Количество пассажиров на МЦК за 5 лет достигло 633 миллионов. В пригородном сообщении мы рассмотрим северо-западную ППК и Московско-Тверскую, две крупные пригородные пассажирские компании. Они перевозят более 13% от всех пассажиров в пригородном сообщении. Доля пассажиров, перевезенных поездами «Ласточка», у компании растет. В допандемийном 2019 году МТ ППК перевезла поездами «Ласточка» уже около трети всех пассажиров, а СЗ ППК – около 15%. Правда, до калининградской ППК им еще далеко. Калининградскими «Ласточками» в 2020 году воспользовались 79% от общего количества пассажиров пригородных поездов. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь и пишите в комментариях ваши впечатления от поездки на «Ласточке».